приехал в угоде с собачками побегать чуть-чуть. Угоде общего пользования, Wildlife Management Area, так называемое. Здесь все правила указаны. По-моему, я как-то уже показывал в одном из предыдущих эпизодов. Здесь вот правила. Какие-то реднеки дробью шмальнули в табличку. Уроды, а не люди. Но есть еще добрые люди. Смотрите, Apple Watch найдены. Звоните чуваку Эллену, номер телефона. Так что, если кто-то потерял здесь Apple Watch, пока сука стрелял по табличкам, то можете позвонить нормальному человеку. Он вам вернет ваши часы. Вот что, блин, вот есть все-таки еще нормальные люди на этой планете. Смотрите, фонарик. Фонарик, который мне Дмитрий Замковский порекомендовал. В принципе, очень толковый. Там, я потом ссылку в описании к этому видео дам на этот фонарик с AliExpress. Вот так он выглядит. Я немножко скептически относился, потому что он был очень какой-то дешевый. Вот. Но в целом он меня приятно удивил. То есть мне для моих задач, когда собаки загоняют кого-то на дерево, мне в принципе вполне хватит. Работает нормально. Такой вот фонарик. Так, собаки убежали. Какой-то след распутывать. Ну нет, сглазил. Возвращается. Мне нравится наблюдать, как кум работает. Ну, буч отошла, поискала и сдалась. Кум не сдается. Я не знаю, хорошо это или плохо, но кум обычно дольше пытается распутать. Вот это уже мне нравится. Идем, идем. Спешим, спешим. Я что-то уже так устал, блин. Откуда у них силы берутся? Хочу спуститься к вам. О, кого-то загнали. По-моему, есть контакт. Опоссум. Молодцы, девчонки, молодцы. Собачки работают. Буч работает. Вон он сидит. Молодец. Молодец. Акума не работает. Молодцы, молодцы, девчонки. Молодец. Молодец. Умничка. Умничка, девчонки, молодцы. Красавица. Молодец. 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 Идите. Все, девки же без сил. Ну, молодцы, добыли. Красавец. Третий опоссум. 7 километров мы прошагали сегодня. Вот от машины. Так вот, большой крюк сделали. С подъемами, со спусками. И только что добыли опоссума. Всю эту дорогу пару раз они, собаки, срывались куда-то, но возвращались ни с чем. Ну, а сейчас добыли, наконец-то. Это третий наш опоссум. И он пойдет в пищу мне. Потому что очень вкусный. Теперь следующий шаг, будем пытаться енотов искать. Ну а за енотами уже и медведи. Можно, кстати, енотов пропустить. Ну ладно, в общем, еще раз хочу сказать, что фонарик мне очень понравился. Ссылку дам в описании. AliExpress недорогой, но работает классно. Стрелял, не стал записывать, как стрелял, но стрелял. Ну там, блин, расстояние было никакущее, маленькое совсем. Просто в руке зажал. Под приклад, под цевьё положил руку левую, ну, а правую давил на спусковой крючок. Ничего сложного, фонарик очень яркий, классный. Подсвечивает прям до самых вершин деревьев. Классный.
Так что, Диман, еще раз спасибо. Если хотите, кому нужен, приобретайте. Ну, я скажу, приобретайте. На деле, кто там, первый раз я его использую сегодня. Может, он через неделю сломается, я не знаю. Но пока что он мне нравится. У меня там последний патрон остался. Хочу, ну ладно, достану. Все, там ничего дальше нету. Вот, но это ладно, это полбеды. Нам еще до машины сейчас километров несколько идти. Ну, может, 4-5. Нет, 4, наверное. Вот. Я надеюсь, что собаки больше ничего не найдут, потому что время уже скоро полночь, а мне это в 6 утра. Мы выезжаем, мы едем в Теннесси на недельку. Я пытаюсь там карпа из лука подстрелить. Ну, посмотрим, где этот карп в конце ноября, в декабре водится вообще. Всплывет ли он ближе к поверхности или нет, не знаю. Короче, надо срочно домой, в душ спать, завтра выезжать. И 10 часов ехать. Блин, еще один. Еще кого-то там зажопили. А у меня патрон один был. Хватит, у меня в рюкзак больше не поместится. Блин, как туда пройдешь вообще? Колючки, колючки. Шипы. Блять, заросли. Так, ну держите его, я иду, как могу, быстро. Блин, а? Хорошо, что недалеко идти-то. Чтобы вы понимали, с чем я имею дело. Тут такие вот колючки. Фу, блин. Очень неприятно. Что там у вас? Ёпта налево. Ты не мог повыше залезть? Да. Молодец, Буч. Молодец, Буч. Молодец. Да, вот от такого вокруг в жилах кровь стынет. Это койоты. Притом целая свора. Начали... Оттуда сзади. Эй, Буч, не смей ходить туда. Сейчас стой, стой, они вокруг нас. Они знают тоже, тренированные, когда стрельба идет, значит, что будет олень, скорее всего, добыт. Будут кишки потом. И они уже начинают окружать это место. Это уже второй выстрел. Надо брать добычу и валить отсюда. Пока эти койоты не обнаглели совсем. Собаки начали, рванули в сторону воя койотов, поэтому я их отозвал с помощью ошейников и на поводок. Все, пошли к машине. Хорош, отработали сегодня. Два опоссума есть, нам надолго еды хватит, пошли. Все, дошли благополучно до машины. Едем домой, завтра постараюсь заскочить к Вите, который у нас таксидермист. В штате Кентукки. Может, успею что-нибудь там записать с ним. И потом боуфишинг в Теннесси. Опять же, неизвестно, что получится, но будем пробовать, как обычно. Собачки там уже спят. И я тоже спать хочу. Помчали.